Жительница Самары Дарья Бычкова уже третью неделю активно посещает занятия по растяжке и зумбе. Говорит, так она может расслабиться и восстановить свои силы. Занимается спортом Дарья в парке Гагарина, поскольку живет недалеко, но в ближайшее время планирует съездить на тренировки и на набережную. Это раскрепощает, потому что вокруг очень много людей, и кажется, блин, они сейчас смотрят, а на самом деле, да нет, ты представлен сам себе и тренеру. Это свежий воздух, безусловно, очень полезно для организма. Занятия в рамках акции «Самара в движении» проводят по четырем адресам. В парках 50-летия Октября и Гагарина, на площади Куйбышева и на набережной в районе Первомайского спуска. Ведут их тренеры из фитнес-клубов, спортивных федераций и танцевальных студий. Вдох и на выдох перекат. Во время переката расслабляем поясницу. Еще пару раз. Спорт всегда полезен в любом виде, поэтому всем советую обязательно заниматься спортом, тем более в такой акции, которая предоставляет бесплатные тренировки на свежем воздухе. Здесь кислородом мы дышим, да, мы не в закрытом помещении, соответственно, насыщение кислорода происходит лучше. Акция «Самара в движении» продлится до 31 августа. Занятие проходит с 17 до 21 часа. Организатор – городской департамент физкультуры и спорта. Августина Охременко, Валерий Майоров. События.